знаходзімся ў Менску ля плошчы Свабоды. Дзень узабаве мае распачацца акцыя, анансаваная палітычнымі блогерамі. Здесь не раздают бургеры, здесь не раздают каких-то плюшек, но тем не менее люди пришли. Мы активны офлайн, не только онлайн. Мне не все равно, что происходит нашей страной. Вам году 16, так? Не, я старейший. А, старейший, кольки? 17. Если ты будешь здесь на кухне, ты ничего не изменишь. Скажите, а проблема? Какие проблемы? Куда? Люди фоткаются со Степой. Почему? Потому что если Степа приедет в Беларусь, его очень быстро закроют. Поэтому сегодня Степа у нас картонный. Нервничаю, боюсь. Но надо сопротивляться. Живи, Беларусь! Это акция «Знакомить людей». Мне очень интересно, что будет с нашей страной. Только про уличные акции «Улада» может нас почуть. Никто не будет слушать человека, который просто кричит и призывает. Нужно с умом подходить к переменам. Как в сказке, помните, голый король. Все понимают, что... И все делают вид, что ничего не происходит. Есть ли у нас выборы? Нет! Хотим ли мы выборы честные? Да! Вот есть предложение. Давайте начинать что-то менять со своих мест. Я рад, что тут вельми шмат молодых людей, вельми шмат молоди. Я рад, что мы сегодня пришли и не побоялись. Мы разом! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Давайте вместе! Вместе! Не допустим снова эту лысую резину к власти, пожалуйста! Степан Нехта записал обращение. Спасибо. Сегодня вы показали, что существуете не только в интернете. Не оставайтесь пассивными и равнодушными. Настало время брать ответственность за будущее страны в свои руки. Начинать с себя, включаться в любую активную работу. Так остаемся же на связи, остаемся все вместе. Живи, Беларусь! Живи! Живи, 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 живи! Нехта! 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 Я устал бояться, просто мне надоело бояться. Хочется уже свободы. Стране нужны изменения. У нас еще не все потеряно. Я понял, что нужно бороться до конца. Власть не изменится просто так, когда будем сидеть на диванах. Мы отвечаем за то, что у нас сейчас есть, и нужно поднимать какую-то волну неприятия к тому, что сейчас происходит. Оружие каждого диктатора – это дать отчувать себя человека одиноким. Быцем бы он один. Я хочу, чтобы Беларусь была свободной, чтобы мы могли говорить спокойно, чтобы когда мы хлопали, нас не могли забрать полицейские. «18 резиденции. Вы представляете, как ему живется?» Вам подобается такой президент? Президент! Поверьте, по закону вам должны гораздо больше, чем вы получаете. Я хочу, каб я в своей жизни еще побачу другого президента, и каб у моей жизни я еще убачу саправды незалежную, вольную и моцную Беларусь. Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Все молодые люди уезжают с этой страны, потому что здесь не видят будущего. Коли мы все разъедемся, кто будет собираться на этих площадях? Кто будет бороться за незалежность? Вера может! Вера может! Вера может! Вера может! Я думаю, что там, да, я думаю, что там, потому что там немного поснимают, и достаточно хорошая картина.